веселиться толком не умеют. Что за манеры, что за тон? И не глядела бы ни танцевать, ни петь не знают. Кто там в церкви? Кто поет? Девчонки! Бывало, кто танцевал, кто пел. Le Duc d'Orléans, le Duc d'Aïen, Duc de Coigny, la Comtesse d'Estrade, la Duchesse de Brancas, какие имена! И даже иногда сама Маргиза Помпадур. При них я и певала, Le Duc de la Vallière хвалил меня. Prince de Condé, король меня слыхал. Я как теперь все вижу. Вы тут стоите, вон ступайте.